Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл и Great World. Так, давайте-ка тут немножко вокруг замка пробежимся. Я тут все отлутал. Пару ходок уже сделал. Даже немного бандитиков побил. И посмотрим, что у нас здесь интересного. У ребяток. Опа. Нет ребяток. О, посмотрю, теперь в каждом лагере практически обри есть. Эй, слушайте, народ, больно же. Нахалы какие. Ого. Нехило мне так сандалили. А это кто мне так интересно? Ага, сейчас. Да нифига. Тебе это не поможет, дяденька. И тебе тоже. И вам тоже здравствуйте. Сейчас сами пусть ко мне бегут. И второй. И второй друган. Нету второго другана. Все. Закончились. Серебро. Полезненько, полезненько. И это хорошо. Серебро я люблю. Простой замок. При такой охране можно было... О, нифига себе. И алмаз, и жемчужина. Вау. Круть. Нечего сказать. Уровень я все, кстати, поднял. Вроде только один. Ну, пофармил я немного этих разбойников, пока серии заливаются. Ой. К сожалению, что-то сейчас YouTube серии заливает. Блин, да это сдохнуть можно. По пятницам и субботам вообще жесть. Скорость интернета нормальная, скорость Ютуба. Вроде пока успеваю все заливать, чтобы вам было что посмотреть. Этот сонный голос уж бывает. Пардон. Тот проснулся, так сказать. Ну-ка. Здесь ничего полезного не будет. Жаль. Жалко, жалко. Но тут тропиночка ведет куда-то. Еще одна осадная машина. Вау-вау-вау. Ну, не говорите, что все луки здесь у вас разные, типа. Блин, свинство какое. Не-не-не. Вот так тогда и вот так. Ха-ха. Вместили. Чуть-чуть. Блин, не до конца. Не до конца. Так, к торговцу срочно. Пренепременно срочно. Очередной раз извиняюсь. Необходимость. Так, ну я думаю, еще серии посмотрим еще. Довольно-таки интересно. Вообще, я в этой игре планирую вам показывать всех противников, показать, которые только можно встретить. Надеюсь, что получится. Потому что если уже несколько серий подряд буду бегать, никого нового встречать не могу, я уже быстренько выполню линейные квесты. И пройду эту игру, так как не имеет смысла ее просто тупо проходить. Точнее, проходить дальше, бродить, если не будет новых монстров. Но, по идее, судя по тому, что я вижу, новых монстров здесь будет еще много. Я надеюсь их увидеть. Так, продаем быстренько все.
Шлемофончики эти продавать не буду, я их коллекционирую. Так, сюда. Пятый опять, блин. Ну, может, когда-нибудь я найду свой шлем. Так. Ну, все. Здесь ничего полезного пока нету. Приходится бегать с Г-шлемом. Ну, ладно. Хоть, как говорится, что-то. Надо было, наверное, взять рогатого шлема. Хотя этот тоже такой. Но как-то более-менее походит еще. Под стиль. Так, куды? Вот сюда. Экс. Здесь я досматривал все. Угу. Порядок. Дособировываемся. Доукомплектовываемся, так вот назову. Такой 542. Видите, они уже с магическими эффектами. Здесь вся броня идет. Довольно-таки прикольно. Ну, тропинка дальше идет. А чё, зачистим всех орков. Как говорится, призвимся, потом дальше по дороге бежим. Я понял. Так, тихо, ребята, тихо. Давайте-ка вас здесь подожду. Да. Вот именно. Ой, он еще и исчез. Какая милота. Ну, в этой игре только всего за всю игру и всю исследование мира 2 бага встретил. Все. Это один раз, когда... пробегал этот сквозь стены. Ну, это вы все видели прекрасно, кто смотрел. Такой читер-то хлоп сквозь стену побежал лучник. Хоп, вернулся. Да и когда я за край карты выбежал, и игра крашнулась. Все. Пока я тут ничего такого багованного еще не видел. Так, хотя мне писали, что тут в игре очень много багов. Не видел, уж извините. Может, не туда смотрел. Вот, блин, опять эти лучники. Чтобы им пусто было. Ничего, сейчас мы их быстренько отшпигуем. Ай, фиг ты отшпигуешь их на ровной этой территории. Они ж по горам бегают, блин, как горный. Сказал бы я. О, вот этот дядя еще интересный. Иди сюда, иди сюда. Опа, мимо. Да. Упал. Ну-ка, чего вкусного? А, ничего толкового. Так, а в этой пещере-то я был? Пещера голова великана. Да, был порядок. Был, но не исследовал полностью, будем так это говорить. Ты чтоб тебе стой сказал. Ай, как они меня все задолбали уже. Как этих лучников догонять? Так, стоп, а у меня есть какое-нибудь заклинание, чтобы их можно было убить? О, 280 урон электричеством. Ну все, я всех победю. Ангел-хранитель. Давайте попробуем эту нашу барышню вызвать. Может, она не сможет что-то противопоставить? Так.
Лучников видишь, красавица. Вот вообще юмора не было. Куда она делась? А, вон ты бегаешь. Ну убивай его. Вот это, блин, ангел-хранитель. Косая просто абзац. Убить ее еще нельзя. Боже ты мой. Я думал, она хоть попадать будет. Угу, сейчас. Три раза об телегу. Ай. Благословение на заклинание повышает силу, всю жизненную силу на короткое время. На, нафиг. Капец какой-то, какая она косая. Так, к сожалению, в этой игре некоторая магия, я чувствую, можно подтереться смело. Банальный пример я вам уже показал. Ой, здрасте. Прям не ожидал вас так увидеть здесь. Они сидят, знаете, как собачки такие мертвые. Подошел, хоп, встали. Казалось, орки. Ой, там уже зеленая травка, я смотрю. Надо же, счастье какое. Хоть может сейчас на нормальную дорогу, так сказать, выйду. И куда-то я вообще сейчас выйду. Ладно, давайте посмотрим. Мне самому что-то интересное стало. Ну ладно, куда-то я выйду. Вопрос куда? Второй, а зачем? Ну, еще один лагерь. Ай. Только одних орков бедных бегаю и пинаю. И где ты? А, вижу. Угу. Уперся в стенку, молодец. Это мне уже нравится. Вообще бестолковая зараза. Он что, двумя двойными клювами махал, что ли, бегал? Не кисло так. Я так думал, места хватит, надеялся. Хотя сейчас луки пообъединяю, может и хватит. Пока хватает. А что в ящичке? Ну ладно. Это за доспехи. Блин, а доспехи-то дорогие. Нельзя такие выпускать. Эх, не могу я не продать это. Не могу. Очень дорогие, хорошие доспехи. Любые доспехи, в которых есть магия, они довольно-таки дорогие. По 3-4 тысячи стоят. И это довольно-таки большая сейчас пока у меня редкость. Может потом, конечно, с повышением уровня эти доспехи будут чаще попадаться. Может быть. Но я не знаю этого наверняка. Так что приходится действовать, как так обстоят дела. А, это сколько? 2 минуты занимает. Не такая большая проблема. Ну, как раз подхилимся. Так, а меня что, траванули? Чего мне так мало маны? Погоди, или призыв у меня сжирает ману. Это интересно. Вроде в характеристиках не было, что он ману сжирает. Чего она так не повышается-то? Мне должны были травануть. Это странно. Ну-ка. Да. Колчанов у меня тут не знаю. Коллекционируй, беги и бери. Ну да, выше 10 уровня смысла повышать вооружение вообще нету. Как и вооружение, так и броню. Если только нет спецэффектов. А я уже неплохо тут, смотрю, всякого разного насобирал. Неплохо.
Так, а ну-ка. Не, до города, думаю, сегодня добежим. Тут уже дорога как раз крайняя. Угу. А вот, ё-моё, утецкий пропал. А, нет. Уже испугался. И сломал отмычку. Угу, молодец. Чё это? Аура призыва, 15 уровень. Ну не знаю, ну не знаю. Насчет этой ауры призыва, вообще есть ли от нее понты хоть какие-то. Есть кто? Нет никого. Ну, понятно. Все лагеря уже зачистили. Осталось только так, по территории побегать, порезвиться, повеселиться. Это уж потом не на запись буду делать. Буду, если встречать новых противников, либо сделаю вам нарезку, либо если будет такой противник хорошенький, я уж покажу его нормально. Сделаю полноценную серию. Но я смотрю, лагерей орков здесь это просто тьма. Надеюсь, здесь разбойники. Да, обычные разбойники. Привет, ребят. Ага, сейчас. Обычных разбойников я уже долго тут не видел. Даже как-то немного обидно уже становится. Скучно без них, обычных разбойников. А торков, конечно... Ну, нет, хотя с обычных разбойников я бы запарился лут выносить. С орков его хотя бы раза в три примерно меньше. Экс. Что за штанцы? Фигня. Ни о чем. Ладно, поперлись дальше по дороге. О, бамбуковые леса какие-то, что ли? Ой, медведя. Прикольно, слушайте, бамбуковые леса. Вот, блин, чего я не ожидал увидеть, так это бамбуковых лесов. Вот эта тема. О, медведь еще один. Ой, Мишка, наши родные Мишки. Иди сюда, блин. Так, еще кто-нибудь есть? Вот это прикольно, вот бамбуковые леса. Вот чего я не ожидал и нигде никогда не видел, так это, пожалуй, бамбука. Бамбуковых лесов, если честно. Let's see. Ну, по крайней мере, в играх про выживание их нигде точно не видел. Но здесь есть. Обалдеть можно. Да уж, это как-то очень необычно, я вам скажу. Встретить бамбуковых лесов. А тут уже можно даже заклинаниями-то не пользоваться. Спокойно бродить без них. Беспокойно уже места. Травка, бамбук. Зеленеет. Волки бегают. Молодцы, молодцы, ребята. По одному ко мне. Опа, готов. О, телепортик вижу уже. Отлично. Слушайте, такое неплохое местечко. Лично мне нравится. Блин, прикольное даже. Ложный башмачник. Мне почти забился опять хитрый театр. Шпок. Так, это я вообще где сейчас? А, это я еще бегу по дороге. Ну, ладно, здесь хотя бы места более-менее красивые. Ой, кто-то тут ходит. Здравствуйте. Тарахидос. Тарахидис. Ребят, я надеюсь, вы со мной меня просто убить хотите, да? А то название мне ваше как-то не очень нравится.
Просто, наверное, убить хотят, да? Я надеюсь. Это лучшее, что может быть от такого названия. Длинный меч мощи. Странно, как оно? Да ладно, это получается. У них, что ли, эти мечи отбирали? Любопытно. Берсерки типа? ХЗ. Ну, это типа как люди считаются, что ли? Потому что я что-то с них даже ничего не могу взять интересного. Ладненько. Их там много еще? Да и не про волков имел в виду. Этих трахедисов. О, колдуны. Гигантский трахедис. Ёшкин ты матрешка. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Что-то мне этот таракан и не нравится. Ого, он крепкий. Ты чё такое? А ну-ка. Хороший вопрос. Это получается животное. Чё за животинка? Чё она мне дала вообще? Блин, походу надо выложиться, потом уже это брать. Адская ловушка. Нет, ну не гриб я с него точно собрал. Медвежий коготь. Нет. Так, а что же я с него взял-то интересного такого? Гриб. Нет, вот. 500 трахедисов. Жизненная сила на 3. Нифига он мощный. А, так максимальный ДПС идет от моего уровня. Вот это номер. Так, мне надо отлутаться. Это интересно, яйцо трахедиса. Жизненная сила на 3. А много здесь этих трахедисов или нет? Так, это надо бы поискать, их поискать. Жизненная сила мне нужна. Как ни крути. Не сильно, конечно, в больших количествах. Так, может у тебя что новое есть? Так, адамантиновый щит. Это хорошо. Так, повышение уровня. Еще один адамантный щит. Усиление. Усиливает эффект одного из атакующих заклинаний. Нет. Аура призыва. Тоже фуфло. Ледяной луч. Так, снижение расхода маны. Вот это вот пригодится всегда. Надо потом будет побегать с ними, поторговать тут конкретненько. Ну да, я тут уже скорее всего... Ого, мне там я ХП снял. Сейчас это с трахедисами тут пободаюсь. Да надо будет нормальную броньку приобрести. По любасу уже с дьявола. Или шлем найти. Но хотя я думаю, сначала надо уровень подвысить себе. Потому что пока не встречались ни свободной продажи нормальные виды брони. Всякое фуфло встречается. Могу предположить, это связано с тем, что у меня уровень еще маленький. Скорее всего. Других вариантов я пока не вижу. Так, ну мы сейчас побегаем. Я смотрю новые противники. Трахедисы.
Я так, наверное, себя назову Трахидис. Надеюсь, он меня убьет. Так. Ну да. Надо как-нибудь так назвать. Ну и название Трахидис. Нафига там стал камень телепорта, если там рядом телепорт. Так, это получается, может, в город сейчас забегу, что ли? Я вот что-то юмор не понял. Не понял, но понравилось. Какие-то тут коконы болтаются. Нифига у них тут маги. С улучшением на заклинание бродят. А, фигня. Это я могу собрать? Нет, не могу. Странные ребятки, странные. Странные, но прикольные. Кстати, они так помощнее, это орков будут даже. Понятно, что сюда орки-то не дальше не поперлись. Наверное, так встретились с этими парнями. Такие, ребята, а вы ничего не попутали? Вот именно, а волчата тут ничего не попутали на меня нападать? Интересно, эти трахидисы, они в свободном есть режиме жизни или нет? Что-то мне вот интересно стало как-то. Только давайте по кругу лагеря их не обойдем. Посмотрим. И трахидисы только в лагере в качестве, не знаю, там, наседок у них. Как курица несется. Да, скорее всего, кстати говоря. Вероятно, это как наседка у них идет. То есть не сушка. А. Забавненько. Интересная получается тогда системка. То есть чисто в природе я их не найду. Или я что-то там вижу, уже найду. Это обычные волки. Да, обычные волки. Ну, от обычных волков мне ни холодно, ни жарко. Но тут прикольно. Вот бамбуковая роща здесь самая, наверное, шикарная тут. Местность, которую я только видел. Очень красиво сделано. Ну, не шибко, чтобы качественно, но прикольно очень. Для игры такого ранга, как говорится, года, так сделать конкретно буковую рощу хорошо. Это респектище. Такс. Привет, парни. Ну а тут у нас кто? Трахидос шаман. Нифига вас там. Оу. А вот это мне что-то уже не прикалывает. Нифига они мне ДПС наносят. Я же с защитой, да? Да. Нифига себе. Вот это номер, дайте-ка я сохранюсь. Вы видите то, что я вижу? Вот это вот кошмар какой-то. Я думал, мне уже никто противостоять не сможет. Ох, как я ошибался. Ну-ка, да нифига. Не-не-не. Я вас тут, ребят, запинаю. Может и медленно, но верно. Не, я так не сдамся. Вы моя жизненная сила.
Ой, моя пища. Ты, господи, когда ж ты помрешь-то, а? Устроился там среди паучков, я смотрю. Капец, они мощные. Это я понимаю. Противник как противник. Ай, больно же. Хотя, если не считать того, что, возможно, они мне дадут неплохую прибавку к жизненной силе. Это будет хорошо. Так, одного, может, живых оставим? А, да, оставим одного живых. Сейчас посмотрим, сколько насобирали. Интересно посмотреть, это животные все ж таки, респятся они или нет. Фу, жесть какая. Так уж я их завалил-то уже. Тяжело представить. Ну-ка. Тараканы, блин. Переростки. Сколько я тут их? Десятка, 3, 30. Ну, знаете, завалю-ка его нафиг. На 11 это уже 33. Это уже где-то под 43 мне жизни будет. 43. Ну да, примерно под 43 я уже увеличу себе на алхимии и ХП, так что этого вполне хватит. А ну все. Сейчас тогда я к торговцу забренькаюсь по-бурому. Не, ну тут нормально мы насобирали, нормально, я вам скажу. Так, это я все объединю сразу. Его нафиг. Сразу пособираем здесь все. О, усиление заклинания. Вот это вот полезные штучки у них бывают. А, ну понятно, это как у некромантов. У кого-то есть усиление, у кого-то нету. Жалко, конечно, что не у каждого бы усиление, а тут было вообще цены не было бы. А там еще кто? Здесь кого-то выращиваете или как? Ну, кролика, да. Мы выращиваем кролика. Не поверите нам. Конечно, не поверю. Лядненько. Пока арахнидов я этих больше не вижу. Может, еще встречу. Хотя, я уж не знаю, если от меня, от них толк будет ли. Тут побегаю, может, еще найду. Нет, если вот их фармить и получается это фармить, ну вот перебор будет уже слишком читерство большое. Потому что жизненная сила, если по 3 каждый увеличит, я уже десяток завалил. Это, боюсь представить, что будет, если я тут увлекусь немножечко. Это будет тихий ужас такой. Надо потом будет зелье наварить. Хорошие таракашки такие, мне понравилось. Ну да, это уже конечный. Серия. Наварю зелье, полностью экипируюсь и попрусь. Правда, я уже чувствую, можно будет называть меня чисто таким. Здрасте, ваше сиятельство, да? Так. Чё ты постоянно спишь, дятла кусок? Давай, просыпайся. Жалкому рожу нельзя дать. Ленивая, блин. Зараза. Я больше жду времени, пока он там всю жопу поднимет. Такс. Ну, да, дешевые, конечно, вот эти вот все фишки, ну да ладно. Ничего не поделаешь. Спиной мозг оборотня. Сердца волка. Ну да, 11 штук, считайте, насобирал. 11, да, 11.
Это 33 умножаем на половину. Ну, где-то на 45 я уже себе подниму жизненную силу. А это будет довольно-таки существенно. Считайте, еще сколько? 5 уровней на халяву. Ну, посмотрим, там надо еще остальные зелья поварить. Во-первых, у меня от драконов остались типа сердца. Посмотрим, что с этими сердцами можно будет сделать. Сварим с них зелье, потом это надо будет еще все принять, посмотреть. У нас персонажи к ним мутируют во что-либо еще хуже, чем было. Или чем сейчас есть. О, да. Обалдеть, как интересно. Ну ладно. Призрак Арахнида. А там, получается, аж 3 группы было этих арахнидов, да? Да, 3 группы. На каждую группу по одному призраку, если кто не понимает. Ну а так нормально, я вам скажу. Let's have a look. Ну тут уже ночь, правда. Ну, да, тут ночью будет интересно, конечно. Как сказать интересно? Относительно интересно. Экс. Вроде призраков пока я не вижу. Мне интересно, много ли здесь таких лагерей. Кто где кричит? Мертвым голосом. Я вроде кого-то слышал, вроде кого-то и не слышал. Нифига не понятно. Ладно, побежали дальше. А, понял. Ну, волки, как всегда, как обычно, не убили. А, кстати говоря, их логово, кстати, завалил, раз так много там было этих арахнидов. Кстати, да вот фиги их логово завалил, вон они еще тут шатаются. Ну, пошли допинывать уж. А где-то здесь ход-то, ё-моё. А вы уход можете делать так, чтобы я его хотя бы увидел, а? Вот эти уже крепче. Тут гораздо крепче. Фига себе. Да хватит меня, блин, пинать. Нахала, что ты меня травишь-то? Так, ко мне. Сказано ко мне, значит идем ко мне. Ой-ой-ой. Да. Это я понимаю, крепкие ребята. Даже циклоп с ними не сравнится. Так, вот мне плохо то, что у меня отравление. У меня мана не регенится. И щит скоро упадет, кстати. Давай, добивай его. Фу. Дамс. Блин, крепкие. Чуметь можно. Сюда, по ходу дела, так если посудить, надо бежать вообще в конце игры. Пока что я могу сказать. Это самые сложные противники, которых я встречал. Так. Посохи объединяем сразу. От мечей тоже толку особенного нету. Ну ладно. Что тут интересного? Что-то магов больно много у них, я смотрю. Какие-то прям
колдуны зебугорские. Что ты там вздыхаешь-то? Так. Объединить можем? Можем. Порядок. Все пособирали. Так, все. Куда мне надо бежать? Ага, мне надо бежать, значит, это на запад. Это на запад, это сюда. Так, давайте-ка сюда сбегаем в их лагерь. Молниная крапива. Здесь есть. Тут сплошные, смотрю, волки бегают, и ничего так больше интересного нет. Ладно. Не, прикольные такие лагеря у них тут, я смотрю. Побежали дальше по дороге. О, ёшкин ты матрёшки. Не, ну это, друзья, в следующей серии я буду их тут пинать. Это там вообще какой-то жесть творится. Нет, ну это самая сложная локация, в которой я только играл. Это просто тихий ужас. Ну что же, дорогие друзья, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на YouTube. В следующей серии мы пойдем еще небольшой лайк долбить. Ну я смотрю, если насобираю нормально вот этой вот фигни, посмотрим, насколько я хп смогу все поднять. У меня уже 15. 2. Ну давайте. Мне интересно их тут пофармить будет. Ну что ж, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии просто оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл и Grit World. В следующей серии мы пойдем штурмовать еще один большой лагерь. Арахнидов, я буду их так называть. Что ж, всем удачи, всем пока.